Друзья, всем привет! Сегодня я решил подготовить свою мотособаку к зиме. Значит, были проблемы небольшие. Я определил, что за проблема. Значит, мотособака помор, двигатель Zonction. Вот, весной у меня была такая проблема. Начал он чихать, пердеть. Отсюда даже огонь херачил. Значит, одну сначала проблему я устранил. Это поменял. Значит, переполняла камеру поплавковую. Вот. Вот поплавок. То есть, короче, игла не держала. Бензин переливал. Вот этот резиновый наконечник. Я иглу купил, поменял. Вроде нормально, все стало держать. Вот сегодня приехал, начал заводить. Все равно чихает, пыхтит. Слил бензин. Продул карбюратор насосом, значит, то работает ровно, то работает перебоями. Поменял масло в картере, новое залил. Дальше проверил свечу зажигания, есть искра, все нормально. Новую свечу поставил, все равно перебои. Потом начал крутить зажигание, ставить раннее, позднее, там, в общем, вывел вроде, и все равно начал перебой, то работает ровно, то потом опять начинает пыхтеть, газу чуть дашь, опять начинает коптить, пыхтеть. Начал чистить карбюратор, все почистил, все продул, все нормально, все работает. И потом, когда только начал устанавливать жиклер, вот этот, вот такой вот, он находится, ну это вот как для смеси бензина, регулятор, регулирующий ее. Сейчас покажу. Вот здесь вот, вот прямо вот здесь вот находится он. Потом установлю, покажу, как он крутится. Там есть под крестовую отвертку. Сейчас покажу вообще, как он устанавливается. Одной рукой все снимаю, неудобно, конечно. В общем, так, где он? Ставится сам же клёр сюда. Потом, блин, неудобно просто. Потом вот так. И уворачивается, то есть этот, такая вот крестовая пластмассовый болтик. Ладно, короче, это регулятор, получается, подачи кислорода. Вот, обогащение смеси. Значит, проблема в чем была? Начал устанавливать и сразу не обратил внимания. Вот здесь вот, вот на этом конце резинка была порвана. То есть, как бы сточена. Вот она лежит. Я сейчас покажу. Вот даже видно. Как бы кусок, как будто отгрызли. Вот сейчас вот, буду сейчас устанавливать, менять и буду заводить. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот новую резинку, еще одну запасом взял. Ну и пару прокладок. Еще две прокладки, одну запасом. Обошлось у меня это 111 рублей. Ладно, сейчас соберу это все дело и попробуем завести. Ну, это как бы проблема. Вот сколько видосов присмотрел, очень много видео. Все ссылаются вот именно вот на такой же клёр. В первую очередь надо его чистить и смотреть вот целостность прокладок. Здесь их две штуки. Раз, две. Ну, одна верхняя нормальная. Ну, установил я, значит, этот карбюратор. Вот, настроил холостые. Сейчас вам покажу, где. Вот здесь вот, вот он стоит. Это подача воздуха, это подача топлива. Настроил, отрегулировал холостые нормально, короче. Но были сейчас небольшие проблемки. Значит, получается, я сейчас его завел. Он начал также чихать.
Аж огонь вот сюда выплевывал частично и крышку аж подкидывал вверх. Вот. Давал газ, и он глох почему-то. Поменял свечку. Свечки стояли вот такие, у меня 4 штуки. Вот, что-то они мне не понравились. Искра есть, все нормально, но, видать, искра маленькая. Я проверял. Поставил другую от лодочного мотора, Yamaha 30-ка. Поставил NGK-шные. NGK. Походил тут по гаражу. С ним вместе погазовал. Он прочихался, проперделся, короче. И нормально почему-то стал работать. Не знаю, это, скорее всего, то, что у меня всю зиму стоял бак с бензином. Вот, я немножко свежего долил, бензинчика там литра два. Может, он смешался, прочихался, пропределся, и все как бы встало на свои места. Не знаю, сейчас вот снег выпадет, попробуем покататься на нем. Ждем снега, сейчас вот октябрь месяц, у нас уже первый снег пошел, но он еще не ложится. Значит, сейчас попробуем. Сейчас я заведу его. Так. Все. Работает равномерно. Нормально. Все нормально, трогается. Все, ровно, четко работает. Когда масло менял, был, короче, бензин в картере. Ну, это по своей глупости. Конечно, я не закрывал этот краник. Но на зиму его закрыл. Вот, а когда катался, останавливался и забыл про него. Ну, забывал. Я его забывал закрывать. И было, ну, немного бензина, но было. Вот, сейчас новое масло залил. Надеюсь, еще прослужит он верой и правдой. Ну и спасибо ребятам, кто там видосики снимал, как это все делается. Я посмотрел видеоролики. Вот, может, кому-нибудь мой ролик тоже поможет. Вот. Так что вот так вот, ребята. Так, здесь чуть-чуть масла осталось. Надо протереть. Ну все. Кому был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будут рыбалки, будут охоты, будут новые покатушки и будут еще новая мотособака пришла. Ну не мне, конечно, мне дадут ее покататься. Это 20, по-моему, сильный двигатель будет. Буду его тестировать и подожду зиму. И буду выявлять тоже там какие-нибудь нюансы. Посмотрим. Называется Якудза. Но он реально там хорошо доработан. Лексмоторс он уже пришел. Вот как бы так. Ну, всем пока.